блок реле и предохранителей в багажнике. BMW X5, где 53 кузов. Находится он у нас здесь. В предыдущем видео мы рассмотрели, где находится основной блок предохранителей и схема расположения предохранителей в салоне за перчаточным ящиком. Ссылку на видео оставлю вот здесь, во всплывающем окне сверху и под видео в описании. Итак, слева направо. Первое. Реле подогревателя задних сидений. Второе. Реле обогревателя заднего стекла. Третье. Реле аудиосистемы. Четвертое. Реле привода открывания крышки багажника задней двери, нижняя. Пятое. Реле электропривода сидений задних. И шестое. Реле привода открывания крышки багажника задней двери, верхняя. Предохранители. F72 на 30 ампер. Аудиосистема и навигационная система. F73 на 7,5 ампер. Реле катушки зажигания. F74 10 ампер телефон. F75 аудиосистема, навигационная система 5 ампер. F76 предохранитель отсутствует. F77 электропривод задних сидений. F78 на 20 ампер разъем электрооборудования прицепа. F79 блок управления подвеской 7,5 ампера. F80 на 20 ампер реле катушки зажигания. F81 20 ампер очиститель омыватель заднего стекла. F82 на 30 ампер доводчик задней крышки багажника. F83 20 ампер разъем зарядки задней. F84 7,5 ампер замок крышки багажника задней двери. F85 на 30 ампер обогреватель заднего стекла. F86 на 5 ампер дополнительный отопитель. И F87 на 30 ампер компрессор системы активной подвески. На этом все. Мы рассмотрели все реле и все предохранители, которые располагаются в блоке предохранителей и реле в багажнике.